Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с умным домом, а более конкретно с умным освещением. И если у вас есть телевизор Philips с Ambilight не ранее 2015 года, то вы можете подключить внешние светильники к этому телевизору. Ну и не только к телевизору. Самое главное — иметь сердце этого умного дома, а именно Philips Hue Bridge, который у вас сейчас расположен по центру экрана и перед глазами. Ну а справа и слева есть система освещения, которая можно установить для того, чтобы оно влияло на настроение, ну и последующий просмотр того или иного контента. Для того, чтобы это все заработало, вам понадобится, как я говорил, сердце. Но сами светильники куплены на AliExpress, а вот именно это устройство Hue Bridge Philips куплено в оранжевом магазине. Для того, что цена была не самая низкая, но адекватная для приобретения, ну практически в 2-2,5 раза меньше, чем у конкурентов и чем на AliExpress. Все это пришло из какого-то города посредством доставки оранжевого магазина на 3 буквы. Ну и пришло вот в таком состоянии. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Давайте смотреть, что находится внутри. Вот такая упаковка. Здесь написано, что вот этот вот мост вам понадобится. Подключается он к питанию и к роутеру, ну, либо к вашей сети. В моем случае я подключу к свечу ZXL, который был на моем канале. Ну а ZXL непосредственно подключен уже к кинетику. И тем самым мы гарантируем, что подключится к нашему роутеру, где все системы и подключены. Ну, что он позволяет? Позволяет он подключать до 50 лампочек и до 12 устройств. Там различные пульты, умные розетки, ну и так далее. Вот принцип подключения, вот здесь нарисован. Лампы можете подключать различные. Но главное, чтобы было обозначено, что они поддерживают эту систему, то есть Hue. Простые лампочки сюда подключить нельзя, и, соответственно, работать они не будут с этим устройством. Вот этот главный блок управления, который вам понадобится. Здесь также может быть и голосовой ассистент, как работает с Apple, Google Assist, также с Alice работает, ну и так далее. Вот такое вот устройство, которое пришло у нас из оранжевого магазина на 3 буквы. И давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. А внутри у нас находится... непосредственно кабель Ethernet, который подключается к роутеру, ну а в моем случае к свечу я подключу. И здесь где-то около метра длина, чтобы подключить его. Ну, чуть меньше, может, 90 сантиметров. Дальше есть адаптер питания. Тут тоже где-то 1,5-2 метра. Я уже не буду раскручивать. И основные характеристики. Единственное, плохо, что вот эти надписи написаны на белом фоне. Ну, как правило, то есть ее можно будет спрятать куда-то в отдельное помещение. Вернее, спрятать куда-то, чтобы не было видно вот эти все надписи. Чтобы не портило эстетику вам. Так вот. И здесь есть еще вариант, скорее всего, подключения, но здесь не будет. Универсальный, там под различные вилки подключается. Ну и функционирует тоже на любом. На 5 вольт 1 ампер, то есть 5 ватт блок питания. Дальше есть гарантийные обязательства, ну и инструкция по эксплуатации, как это все делом устроить. И находится вот этот блочок, который подключается вот тут к Ethernet, вашему роутеру, а здесь адаптер питания. Вся
конце здесь единственная кнопочка. Здесь будет у вас говорить о том, что подключено или не подключено к интернету. Скорее всего, в первый раз он обновится. Ну и на обратной стороне точно так же все здесь написано. Единственное, закрою тут код для подключения, но принцип тоже здесь все расписано. Можно, кстати, установить куда-то на стену. Есть для этого возможности. А вот, кстати, крепление что-то я не вижу там. Да, крепления нету. Поэтому крепление придется приобретать отдельно. Для того, чтобы вы установили данное устройство на стену. Особых проблем, по-моему, не будет. И давайте сейчас мы подключим, по-быстрому посмотрим, функционирует оно или нет. Имеется в виду к адаптеру питания. Ну вот, видите, сразу же загорелось. Если видите, синий такой цвет. И вот включение тут. Но, по идее, здесь тоже орел синенький такой будет для подключения. Кнопка нужна для того, чтобы подключаться к устройству. Ну и подключение у нас прошло успешно. Поэтому давайте сейчас я установлю. Ну и в дальнейшем продемонстрирую, как это дело подключается к телевизору. Ну и также можно подключить еще и к смартфону, где можно управлять освещением, там по зонам, какие у вас комнаты присутствуют, ну и так далее. Время включения, время отключения, чтобы было включение там от наименьшего освещения до наибольшего освещения. Ну и различные сценарии обычные для подключения освещения. Так, давайте приступаем подключать и смотрим уже результат. Я вам продемонстрировал сердце умного дома Philips Hue Bridge, которое вам понадобится для того, чтобы управлять освещением под этой маркой Hue Philips Bridge. Единственный момент, есть еще другие лампочки. Главное, чтобы был протокол ZigBee. Но единственное, качество их, конечно, желает лучшего, и, соответственно, они так и работают. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.